Убил сестру. В Бурятии завершилось расследование гибели 10-летней девочки. Напомню, трагедия произошла в сентябре 2014 года в Мухашибирском районе. Тело школьницы, заваленное кирпичами, было обнаружено в заброшенном доме. В совершении преступления подозревается старший брат школьницы. 16-летний подросток был приемным ребенком, но с этим не могла смириться младшая сестра. По данным следствия, 23 сентября прошлого года обвиняемый по пути из школы поссорился с 10-летней девочкой из младших классов. Вместе они забежали в расположенный рядом заброшенный дом, где подросток схватил в руки два обломка кирпича и с небольшого расстояния силой поочередно кинул их в голову школьницы. Один из кирпичей попал в цель. От удара девочка упала и начала хрипеть. Испугавшись, подросток столкнул ее тело в подполье и засыпал сверху кирпичами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Теперь 16-летний подросток предстанет перед судом. Учитывая, что он является несовершеннолетним, максимальный срок, который ему грозит, составляет 10 лет лишения свободы.